Покровск становится комфортнее для проживания. Продолжается освоение грантовых 8 миллионов рублей, выделенных на благоустройство. В эти дни произведен запуск сразу двух линий уличного освещения по улице Юбилейная и улице Каландрашвили. Общая протяженность линий более 1,5 километров. Стоимость работ составила 1 миллион 880 тысяч рублей. На очереди освещение других улиц, в частности улицы Орджоникидзе. Следует отметить, что уличные фонари, устанавливаемые по этой программе, являются энергосберегающими и экономят до 70% по сравнению с прежними. Эти работы были выполнены подрядчиком ООО «ССС», директором которого является Суздалов Степан Спиридонович. Проект нам сделал ООО «Масштаб», директор Василий Киров. Работы выполнены качественно и в срок. При монтаже использовались светодиодные светильники, которые потребляют гораздо меньше электроэнергии, чем те светильники, которые использовались ранее. В 2,5 раза меньше энергии потребляют. И данные светильники уже себя показали в зиму 2015-2016 годов.